Samsung Galaxy M10 заметили на официальном сайте Samsung. Смартфон Samsung Galaxy M10 недавно появился в базе данных Федеральной комиссии по связи США, ФК, где он проходит под модельным номером SMM105. Теперь же устройство было замечено на официальном сайте технической поддержки Samsung, где он был указан под модельным номером SMM105FDIS, который говорит о наличии слотов для установки двух сим-карт. Страничку быстро удалили, однако скриншот, который доказывает приближающийся анонса, быстро распространился по сети. Устройство приписывают экран диагональю 6 дюймов, аккумулятор емкостью 3400 метров, АЧ, однокристальную систему Exynos 7870,3 ГБ, оперативные 16/32 ГБ встроенной флеш-памяти. Камеры будут иметь разрешение 13,5 МП, дактилоскопический датчик будет расположен на задней панели. Устройство будет ориентировано на рынки Индии, Ближнего Востока и СНГ, анонс может состояться в любой момент.